Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мнитесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить моник по регистрации. Если вводите моник и прокатите третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам, поэтому можете вводить моник по регистрации. Также можете вводить мой промокод, пишите хэштег Кирилл Ютуб. Его нужно вводить на 6 уровне, за него получите очень даже неплохие плюшки. Ну а сегодня у нас будут трюки на Ламборгини, который я купил совсем недавно за 37 миллионов. Да, это довольно приличная сумма, но я думаю, оно того стоит, потому что на ламбе будут трюки, я думаю, в два раза лучше, чем на, получается, мустанге. Поэтому, пацаны, кому нравится эта рубрика, просто возьмите, поставьте лайк, можете также подписаться на канал. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, я, короче, заправил ламбу, купил ремок, поэтому сейчас мы можем спокойно делать трюки. Я заметил, что ламба ждет бензина достаточно много, потому что я только выехал и буквально проехал там, ну, минут 5 где-то и потратил уже 20 литров. Скорее всего, сейчас назад откинет нас, надеюсь, этого не произойдет. Да, нас откинул назад. Вот это я вообще красавчик просто, понимаете? Все, заводим, едем дальше. Сейчас еще админы в сети, блин. Я надеюсь, что они мне ничего не сделают за то, что я таким занимаюсь, как бы. Потому что таким заниматься, по сути, нельзя. Но это все ради контента. Как бы вне серии я таким не занимаюсь. Меньше всего, я так понял, я прыгал в Южном. Поэтому можно поехать в Южный и там что-то попробовать. Потому что там таких много мест, где можно попрыгать, полетать там и так далее. Так, я нашел неплохое место. Я извиняюсь за свой голос, потому что я что-то немножко приболел. У меня горло болит сильно. Поэтому, как бы, я извиняюсь за свой голос. Возможно, кому-то он непривычный, либо неприятен, потому что реально горло болит. Ох, нихера себе, хотел я сказать, но какая-то херня получилась. Блин, а почему он нормально не смог полететь? Давайте попробуем еще раз. Вот давайте попробуем над этим наклоном вот так вот просто сделать и попробовать улететь куда-то к больнице именно. Я думал, мы сейчас именно к больнице улетим, но что-то не получилось. Вот так, сальтушечка. Ну, такое себе, если честно, я думал, будет покрасивее. Кстати, я нашел тут такое интересное местечко, где можно, в принципе, попробовать попрыгать. Скорее всего, в ту сторону, потому что... Хотя, я не знаю, мы сможем гелик прилететь, как вы думаете? Давайте попробуем, вот сможем мы гелик прилететь или нет. Либо мы сейчас просто разобьем машину. Нет, у нас все-таки получилось его перелететь. Только я, блядь, немножко застрял. Я немножко, блядь, застрял. Помогите кто-нибудь. Надеюсь, админы сейчас не смотрят за мной, потому что это полный трэш. Так, давай, машинка, вылазь, 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 родная. Нам нужно дальше контент снимать. Давай, поехали. Сейчас только ремка надо заюзать, потому что ей уже плоховато немножко. Так, давайте еще попробуем с этой стороны, потому что здесь нам дом мешал, а здесь нам, по идее, ничего мешать не будет. Поэтому давайте попробуем. Ох ты, ёб твою налево. Опа! Аккуратненько, чуть зацепил дерево, но в целом получилось довольно-таки прикольно. Вот на ламбе реально трюки намного получше делаются, потому что, ну, все-таки это ламба и ускорение намного лучше, чем у обычной, как бы, машины. Даже тот же Мустанг, да, он был по максималке почти такой же, но разгон у него был не такой быстрый, потому что он был заднеприводный, а ламба, она полноприводная, и на ней реально очень классно делать трюки. Так, здесь еще есть такая горочка, давайте на ней попробуем подлететь. Мне кажется, что-то из этого должно получиться. Так, давайте вот так подъезжаем. И сейчас, по идее, должно быть очень-очень даже неплохо. Ну, я чуть-чуть ошибся, пацаны. Нам пизда просто, машине пришла и все. Короче, пацаны, я тут катался, искал места и нашел чей-то дом, который находится возле тюрьмы. Ну, возле типа Алькатраса. Вот такой вот замечательный дом с вертолетной площадкой, короче. И там есть еще дальше какой-то остров. Какой-то очень большой остров. По карте как бы его не видно. Хотелось бы туда как-то добраться, но... Я хотел бы на машине прилететь, но, скорее всего, не получится, потому что там забор стоит. Если бы не было забора, скорее всего, мы бы долетели. А так забор стоит, мы просто упремся в забор, и все, и мы не сможем туда заехать. Так, а, кстати, мы сможем залететь на крышу дома или нет? Как вы думаете, мы сможем залететь на крышу? Я думаю, скорее всего, нет, но попробовать можно было бы. Давайте реально попробуем залететь на крышу дома. Мне кажется, сейчас мы просто разобьемся, либо упадем в воду, либо у нас это получится. Короче, только два варианта есть. Нет, мы просто разбились и все. Я реально надеялся на то, что мы залетим наверх прям. Но у нас это не получилось. Так, давайте попробуем что-то здесь замутить. А, это же у нас получается фракция здесь находится. Не, ну мы сюда никак не заедем, сказал я. Но почему-то я думаю, что все-таки заедем. Так, давайте пробуем залететь именно на территорию. Если мы сейчас залетим, это будет просто пиздец. Реально.
Блять, а как отсюда выехать? Я что-то об этом не подумал. Я, блять, об этом не подумал, как мы отсюда выезжать будем. Я тут сюда заехал, как выехать теперь отсюда? Я вот серьезно не знаю. Бля, нас сейчас повяжут, тут где-то военный бегают. Вон военный стоит. Блять, как отсюда выехать? Я не знаю, как отсюда выехать, понимаете, на машине. Так, давайте побегаем, посмотрим вообще. Главное, чтобы сейчас нас не убили просто так, потому что, ну, я думал, мы честно не заедем, реально, я думал, мы не заедем. Но в итоге мы заехали, как вы поняли, и это реально круто. Кстати, мы можем на парковку зайти? Нет, у нас не получается, хотя нам даже ничего не пишет. Мы можем, типа, вот так вот даже сделать. А можно так на машине сделать? Давайте попробуем. Если я смогу сюда выехать, пацаны, это будет реально круто. Так, момент истины. Выезд из двора разрешено только на служебном или учебном транспорте. Да, мы отсюда, короче, выехать не сможем, поэтому мне придется, скорее всего, релохаться. Так, все, я перезашел, я уже приехал в Арзамас. Я нашел территорию, где есть два трамплина. Один ведет в деревья, другой ведет в дом. Но я не знаю, давайте пробуем как-то наискосочек полететь. Я думаю, из этого что-то должно получиться интересное. Да, не получилось. Надо было сильнее наискосочек брать. Вот давайте попробуем еще другой трамплин. Вот прям просто наискосочек, потому что в дерево лететь не особо хочется. И может быть какая-то сальтушечка сейчас получится. Опа, сальтушечка. Опа, на колеса. Вот это красиво, пацаны. Вот это по-нашему просто. Ну что ж, думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Довольно-таки интересное получилось видео. Конечно, я думал, будут поинтереснее трюки, но, пацаны, что есть, то есть. Я надеюсь, вам реально понравилось это видео. Если хотите вы видеть эту рубрику почаще, то можете как бы поставить лайк, написать комментарий. Я пытался найти интересные места, но их довольно-таки теперь мало, поэтому, скорее всего, эта рубрика выходить будет не так часто, потому что найти интересное место очень и очень сложно. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. Все, всем спасибо за просмотр. Смотрим, всем пока-пока.